инфо, острый как соус чили. Новости в речитативе о России, о мире. Дино МС, СТ, куплеты стелят в стиле. Читаем между строк, и мы уже в эфире. Читаем между строк, и мы уже в эфире. Свободный — это не закрытый мир. Страх и ужас — не настоящая гордость. Дмитрий Медведев совсем не Ким Чен Ир. Да и Ил-96 не бронепоезд. Россию посещает с официальным визитом генеральный секретарь Северной Кореи. Как дорогого гостя встречают этого психа с хлебом и солью, песнями детей. Добро пожаловать, товарищ, наши двери открыты. У нас есть важные темы, чтобы обсудить. Газпрому срочно нужны новые рынки сбыта. Да и транзит не мешало бы удлинить. Как там ваша, а? Ядерная программа, испытания идут, наверное, цель Вашингтон. От этого в сильном шоке Барак Обама вместе с НАТО, Евросоюзом и ООН. Но нам-то что, а? Мир не однополярный. Как говорится, с кем хотим, с тем и дружим. И если Ким Чен Ир такой там непопулярный, то это значит точно, что он нам сильно нужен. Но кто бы мог подумать, как неожиданно Валентина Ивановна в Совет Федерации народом избрана. Удивлена она и вся страна. Напомню вам я историю сначала. Сам президент Медведев ни много ни мало порекомендовал кандидатуру Вале. Ликует осажденный Питер, Миронов в печали. На избирательный участок рекордная явка. Немцов на нарах на два дня оказался как-то за агитацию. Походу кто-то держит свечку. Валю избрали от округа Красненькая речка. Но губернатор на посту свой последний указ ни разу не поленится, непременно отдаст. Отдаст земли на Васильевском по 3 гектара строительству театра песни Пугачёва и Аллы. Смольный имеет право без конкурса законно. Проект социально значим, 39 миллионов. Социально значимо, по мне, мнение народа. А губернатором Полтавченко станет походу. Поеду на Селигер, стану ли комиссаром? Нет, Сань, одного раза съездить будет мало. Ты из Москвы? Ну да. Тогда тоже отпало. Нашисты привезти могли в столицу на халяву. Да ну! Дали бы флаг, фартук, одели белый. Белый? Боролся бы с коррупцией, пока солнце не село. Но участь комиссара бывает печально. Один за девочкой вот ухаживал с мая. И уезжает в точку на Селигер в июле. Оппозиционер в то время ей 4 раза. Да ну ты шутишь, а как же видео? Порву за Путина, ну я думаю ты видел. Девочки-активистки походу лишь в рекламе. Хотят айпад походу, в суть точно не вникали. Порвали майки. Майки-то оплатили? Честно не знаю, тут другие коры были. Скажи какие? Есть армия Медведева, у Димы все красиво. Там девочки устроят стриптиз за тазик пива. Но Сань, по магазинам контрольная закупка. У активистов Селигера камеры под юбкой. В чем же позиция? Активная, гражданская. И есть ли оппозиция? Какие у них шансы? Есть шансы оказаться на копье портретом. Нашисты, я знаю, что вы делали прошлым летом. Свободная джамахирия точно пала. Триполи пылает, празднуют повстанцы. От Каддафи уходят солдаты и генералы. Гражданской войне способствуют иностранцы. Николя Саркози потирает руки Гаагским трибуналом. Грозит полковнику НАТО за все несчастья, все народные муки. Муаммара Каддафи сделают виноватым. Ливия, не Египет и даже не Тунис, где сопротивление армии было не таким сильным. Богатым господам из европейских столиц поставки нефти всегда нужны стабильные. Но только мы помним, как это было в Багдаде. Убийство лидера — это только начало. Среди оккупантов тоже есть предатели. Как это много уже где и когда бывало. Инфо, конкурс, ты репортер. Новости твоими словами набит от Мико. Мы уже ждем, каждый может проявить себя. Куплеты присылает до 6 сентября. Сюда, 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 сюда. Дино МС, СТ, лови на видео. Новости, какими вы их еще не видели.